him, took her home, and the sex was so bomb she killed him. She don't do thousands, she do millions. Take all that paper, stack it up to the ceiling. There's a lot of ballers in the building, and she trying to catch one. The last one's the right nigga, the next one's the best one. She get a hold of you, problems you get some. Better get out of Dodge, outer space, Jetson. She look me into my face. Сегодня наша ведущая в стиле линжери, что значит романтика, женственность, дорогая простота. Поэтому наш выбор сегодня гладкая укладка и макияж Smokey Eyes. Здравствуйте! В эфире Oscar Time. Программа для тех, кто привык получать от жизни удовольствие и наслаждаться каждым ее мгновением. Для того, чтобы дарить радость вам, наша команда постоянно совершенствуется, открывая новые вкусы, стили и ароматы. Мы ищем новые возможности, чтобы удивлять вас. Готовы ощутить водоворот ярких впечатлений? Мы начинаем! Море и мода. Неразрывную связь между этими словами знают все, кто приезжает в Одессу в последний уикенд июня. Съемочная группа Oscar Time также побывала в Южной Пальмире. Как молодому дизайнеру стать успешным? За что любят родину Остапа Бендера украинские селебритис? И какие девушки сегодня в тренде? Смотрите в эксклюзивном репортаже с Одесса Holiday Fashion Week. Вот уже в 9-й раз Южная Пальмира встречала настоящих фэшионистов на Одесса Holiday Fashion Week. По традиции показы круизных коллекций украинских дизайнеров прошли в роскошной лакшери-галерее «Сады Победы». Актуальные тренды лета, воплощенные в ярких образах, представили Юлия Айсина, Ольга Навроцкая, Александра Танаис, Ирина Диль, Артем Климчук и другие украинские дизайнеры. Первый раз эта коллекция была показана в Днепропетровске, но все-таки она создавалась с учетом того, что я всегда каждое лето привожу круизную коллекцию именно в Одессу. И первыми зрителями всегда являются одесситы. Но появилось спонтанное предложение Днепропетровска, тоже одного из любимых моих городов, я не смогла отказать, поэтому эту коллекцию уже видели два города. Мое увлечение фэнтези вылилось в эту коллекцию. Просто не было такого фильма или такой истории, которая бы могла вдохновить на женскую, на женскую коллекцию. А именно вот «Игры престолов», из-за того, что много красивых женских образов интересных, они вот как раз вот дали мне наконец-то возможность сделать коллекцию на тему фэнтези в Средневековье. Одессе высадился настоящий днепропетровский десант. Выпускница образовательного проекта компании «Оскар» Ukraine Fashion Campus Марьяна Стешенко и Катя Клиниченко, а также финалистка грандиозного конкурса молодых дизайнеров Most Fashion Awards Анюта Андриенко представили на подиуме Одесса Holiday Fashion Week свои коллекции. Мені дуже приємно, що будуть цього разу представлені дніпропетровські дизайнери в Одесі, і це теж для нас такий хороший знак. Ну, это отличная возможность продемонстрировать летнюю коллекцию. Сюда приезжают люди, которым интересно то, что происходит здесь и сейчас. Женщина, она должна, независимо от времени, не подвластна времени, она должна чувствовать себя любимой и быть таковой. Поэтому мы создали такую действительно очень женственную, очень легкую, такую волшебную коллекцию. Участие в конкурсе Most Fashion Awards в буквальном смысле слова стало для Анюты Андриенко знаковым. Ведь именно в его финале она получила специальное предложение от главы оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирины Данилевской представить свою круизную коллекцию в Одессе. Знаєте, мені був надзвичайно цікавий цей дизайнер, мені було дуже цікаво дивитися, що вона показує на подіумі Most Fashion Awards.
15 раз в рамках Одесса Holiday Fashion Week прошел конкурс молодых дизайнеров «Погляд у майбутни». Именно он стал стартовой площадкой для таких уже известных украинских модельеров, как Андре Тан, Наталья Каменская, Олеся Кононова, Маша Рева, Иван Фролов. В этом году в числе лучших выпускница Ukraine Fashion Campus Катя Калиниченко. Мне очень помог Ukrainian Fashion Campus, потому что там они мне помогли продвинуть мое портфолио, показать свою Ирине Данилевской, которая целенаправленно меня направила на этот конкурс. Конкурс – это возможность, пинок тебе под зад, что-то сделать. Надо верить в себя и посылать это нафиг. Все. Если ты хочешь быть дизайнером, модельером, там, стилистом, просто брать это и воплощать. Если это твоя мечта, воплоти эту мечту уже сегодня. Колоссальная роль образовательного проекта Ukrainian Fashion Campus в становлении молодых дизайнеров и стилистов говорят не только его талантливые выпускники, но и не менее известные преподаватели. Ukrainian Fashion Campus, який вже так давно існує в Дніпропетровську, дуже успішно працює. Він, мені здається, і дає одну з таких граней для дизайнера. Він дозволяє дизайнеру трошечки більше зрозуміти роботу стиліста. Вот в Ukrainian Fashion Campus собраны именно те, кто готов и может делиться информацией, и это самое ценное. Одесса – поистине культовое место. Курортный город, гордо именуемый украинской Ниццей. Летом словно магнитом притягивает звезд и всех жаждущих ярких впечатлений. Одесса – сумасшедший город. Здесь невозможно сидеть в номере, здесь нужно выходить, общаться с людьми и проводить очень активное время. Больше всего в Одессе я люблю одесские платаны. Реально, эти деревья, они просто какие-то магические, я готова обниматься с каждым из них. Не упустил возможности вновь навестить Одессу и опальный светский персонаж Петр Листерман. Пока гости Одессы Holiday Fashion Week наслаждались показами и узнавали о новых трендах, Петя поделился со съемочной группой Oscar Time другими специфическими тенденциями. Я пришел на охоту за девушками, а коллекции все хорошие, но меня больше всего девушки интересуют. Нужны девушки нежные, романтические, чтобы у них не было никакой пластики на лице, никаких пластических операций, волосы. Да все должно быть натуральное. Ежегодный Fashion Weekend в Одессе. По традиции, открыл новые имена украинской моды, о которых, вне всяких сомнений, скоро будет знать каждый. Образовательный проект Ukrainian Fashion Campus объявляет новый набор уже этой осенью. Лекции и мастер-классы от инсайдеров модной индустрии, редакторов авторитетных глянцевых изданий, фэшн-фотографов и дизайнеров, имиджмейкеров, маркетологов и историков моды. Справки по телефону 067-633-93-33. Национальные блюда любой страны – ее сокровенный мир. Азарт, пылкость и экспрессия испанцев давно уже стали легендой. Под стать темпераменту этого южного народа и его кухня. Острая, пикантная, волнующая, словно фламенко. О самом темпераментном испанском блюде расскажет Инга Яворская-Мартынова. Здравствуйте, с вами Инга Яворская-Мартынова и рубрика «Аля карт». Разгар лета, жаркое солнце, раскаленный бетон, плавящиеся мысли и одно желание – ощутить прохладу. И вот мы здесь, в ресторане «Кост», в настоящем оазисе для ценителей изысканного вкуса. Снять дневной пыл лучше всего освежающим гаспачо, что я и сделаю.
Андалусия – родина гаспачо. Ее обожают испанцы, португальцы, жители Латинской Америки, да и мы. Не прочь побаловать себя легким летним супом. Сегодня есть множество вариаций приготовления гаспачо. Например, в Хересе его делают с кольцами сырого лука. На Малаге – с телячьим бульоном, виноградом и миндалем. В Кадисе зимой сервируют горячим. В Кордове любят густой, с кукурузной мукой и сливками. Шеф-творец и чародей Сергей Севастьянов раскроет секрет создания этого блюда в его традиционном варианте. Слово мастеру! Всем привет! В эту жаркую погоду нет ничего лучше, чем насладиться холодным супом. Сегодня мы приготовим холодное томатное гаспачо с овощным тартаром и креветками. Нам понадобится болгарский перец, свежие красные и желтые томаты, креветки, вяленые томаты, соус песто и огурцы. И много зелени. И, конечно же, в этом блюде нельзя обойтись без пикантного соуса табаско. Для начала мы поставим запекаться болгарский перец. Сейчас мы приготовим свежий фреш из томатов и болгарского перца и поставим его охлаждаться. Для того, чтобы перец оставался сочным, его надо запекать в фольге. Из томатов мы уже сделали фреш, сейчас мы добавим туда запеченный перец и все тщательно перебьем блендером. Мы добавим немного соли и добавим пикантности. Мы поставим его охлаждаться в холодильник. Теперь мы займемся овощным татаром, обжарим креветки и будем оформлять наше блюдо. Пока я буду готовить овощной татар, мы попросим Юру пожарить нам креветки. Сейчас мы уже займемся оформлением нашего блюда. Наше гаспачо уже готово. Пойдем угостим Ингу. Легкий, свежий, пряный аромат вызывает аппетит, а яркие краски поднимают настроение. Сергей, благодарю вас за приятные ощущения. Спасибо. Современные кулинарные творцы готовят гаспачо в самых различных вариациях. У меня томатный, классический вариант, а бывает еще огуречный, либо из свеклы. Совсем экзотично звучит гаспачо из дыни или клубники. К данному блюду гармонично подойдет красное сухое вино. В данном случае Кьянти классика Кастелло Диамо. Это лучшее воплощение итальянского сорта винограда Сан-Джиовезе из Тосканы. Это элегантное вино с шелковистыми танинами и умеренной кислотностью выгодно обыграет свежесть и пикантность томатного гаспачо с тартаром из овощей и аккуратно подчеркнет вкус креветок. Гаспачо одновременно утоляет и голод, и жажду. Блюдо является настолько важным в рационе испанцев, что в каждом доме, ресторане и кафе должен быть гаспачер. Человек вкусно готовящий гаспачо. У нас он есть. До встречи. Валя Карт. Мы будем рады видеть всех гостей в ресторане Кост. В наши теплые солнечные дни мы предлагаем вам насладиться пикантным прохладным гаспачо с овощным тартаром и креветками, которое подарит вам ощущение свежести на целый день. О них мечтают девочки всего мира. Ими восхищаются, их наряжают, лечат, обучают и даже выдают замуж. С помощью этих маленьких копий самих себя дети познают мир и друг друга. О волшебных кукольных историях знает больше моя юная коллега Катя Харьковская. Let's ride, girl, let's ride, let's ride.
Я Катя Харьковская, ваш гид по волшебному миру игрушек. Сегодня я хочу вас познакомить с королевой этого мира – куклой. Есть куклы самые разнообразные. Пупсы, куклы-младенцы, пальчиковые, марионетки, бумажные, коллекционные, фарфоровые и фэшн-долл. Давайте знакомиться. Все начинается с них, милых пупсов, которым так нужна забота, и маленькие девчонки с радостью ее оказывают. Куклы нового поколения становятся все больше похожи на людей. Они умеют плакать и смеяться, кушать и читать стихи. Мне с тобой так хорошо и весело, а когда я была одна, мне было немного грустно. Куклы растут вместе с нами. Это не значит, что они увеличиваются в размерах. Они просто взрослеют. На смену пупсам приходят фэшн-куклы. Кукла Барби, несмотря на свой солидный возраст, остается самой популярной куклой в мире. И это неудивительно, ведь она продолжает идти в ногу со временем. У какой еще куклы есть digital dress или встроена фото либо видеокамера? А серия коллекционных Барби приковывает внимание не только детей, а и взрослых. Хочу поделиться отличной новостью для девчонок. В магазинах Барби появились все фэшн-долл линии Monster High. Если куклы Monster High последователи самых разнообразных героев фильмов ужасов, то куклы линии Ever After High наследницы сказочных персонажей. Тут есть и дочь Белоснежки, и сын Алисы, и Стране чудес. В куклы играют не только девчонки, но и мальчишки. Только мальчишечьими куклами можно считать фигурки кино и мультперсонажей, роботов, трансформеров, а также лего-человечков. Барби – это то место, откуда не хочется уходить. Поэтому до встречи! Свадьба – особенное событие в жизни супругов. В ресторане «Корона Хоу» есть все для влюбленных, мечтающих о ярком и эмоциональном торжестве. Все праздничные хлопоты можно смело доверить экспертам, воспользовавшись услугой «Свадьба под ключ». Выбор подвенечного платья, создание оригинального букета, поиск стилистов и визажистов, проведение незабываемой выездной церемонии – все это готовы взять на себя свадебные виртуозы «Корона Хоу». В «Корона Хоу» влюбляются с первого взгляда и возвращаются сюда вновь. Отметить день рождения с приятной 30% скидкой, провести семейное торжество и насладиться прекрасной кухней под аккомпанемент фортепиано и саксофона. Каким бы ни был повод для праздника, в «Корона Холл» есть все для того, чтобы сделать его по-настоящему незабываемым. Античный колумбиец с французским шармом, африканской первобытностью и арабским модным почерком. Дизайнер Хайдер Аккерман знает все о самых удивительных путешествиях. Как воспоминания о странах и континентах воплощаются в одежде, расскажет Нина Шуваева. Здравствуйте, с вами Нина Шуваева. Это рубрика Fashion Time. Критики окрестили его новым Сен-Лораном. Загадочный Мартин Маржела назначает ему встречи. Карл Лагерфельд считает этого дизайнера своим преемником в доме Шанель. А эксцентричная Тильда Суинтон признается ему в любви. Творец новых форм и силуэтов Хайдер Аккерман задает тон современной моды. Рожденный в Колумбии сын картографа, усыновленный французской семьей Хайдер Аккерман, большую часть своей жизни провел в путешествиях. Воспоминания о разных странах стали для Хайдера главным источником вдохновения. Индия и Марокко, Мексика и Тунис. Колоритные картинки прошлого оживают в коллекциях дизайнера. Несмотря на то, что Хайдера Аккермана часто называют преемником бельгийской школы, коллекции дизайнера на удивление интернациональны. Марокканские, эфиопские и арабские мотивы. Творение Аккермана – это пряный коктейль стилей и образов. Но загадочный колумбиец покоряет не пестротой этнических рисунков, а филигранностью пропорций и уникальной игрой с формами. В коллекциях марки можно встретить восточный шик, парижскую утонченность и бельгийский конструктивизм.
Хайдер Аккерман обожает смешение фактур, драпировки, асимметрию и многослойность. Чувственность и противоречие – основа творчества дизайнера. Свой первый эскиз Хайдер создал еще в детстве. На нем он изобразил бегущую африканскую женщину, обмотанную в кусок ткани. Так началось увлечение дизайнера обволакивающими силуэтами. Коллекции Хайдера Аккермана – это истории его собственной жизни, выдержанные в шоколадных и охристых тонах. Охотник за сокровищами и авангардный пират, Аккерман утверждает, стиль – это рукопись души, галерея воспоминаний и жгучая смесь самых ярких эмоций, воплощенная в одежде. По словам Хайдера Аккермана, источником вдохновения для его весенне-летней коллекции послужили сломанные цветы. Причем стоит воспринимать не буквальное значение этой фразы, а некое душевное состояние. Утонченные силуэты, пастельная гамма, струящиеся ткани. Каждая вещь в коллекции напоминает лепестки розы. Женская сила в слабости, утверждает дизайнер, и с ним нельзя не согласиться. Может ли любовь родиться из куска ткани? Легко ли смотреть в будущее, рисуя собственное прошлое? На эти и другие философские вопросы Хайдер Аккерман отвечает уверенным «да». Необычное название этой группы приснилось ее продюсеру во время авиаперелета. Публика горячо любит этот творческий тандем не только благодаря простым и понятным каждому песням, но и за легкий, веселый нрав его участников. О власти рыжих волос, силе татуировок и безграничном позитиве узнавала Елизавета Кошляк. Украинский дуэт «Время и стекло». Надя и Позитив уже 5 лет рассказывают историю любви от встречи до расставания. «Серебряное море», «Я хочу быть навсегда с тобой», потом «Прости меня», и вот остается только «Катили слезы на холодный кафель». А теперь все сначала в треке «Имя 505». Забуду имя, любимое мое, твое имя, имя, любимое мое, и непобедимое. Свои клипы дуэт снимает то в Лос-Анджелесе, то в Мексике, и в каждом проявлено на суть проекта «Время и стекло» – яркость, веселье и музыкальные эксперименты. Здравствуйте. Здравствуйте. Как произошло ваше название группы? Название, на самом деле, пришло нашему хорошему другу, а также продюсеру Потапу. Мы долго думали, какое же название должно быть у группы. Мы думали о том, чтобы оно было таким, как «Леша домой». «Миллион зеленых птиц». «Миллион зеленых птиц». Еще какие-то были дурные названия. Да, и потом Потап прилетает из Америки и говорит: «Ребята, я летел». И началась такая турбулентность бешеная. И я уснул, и во время турбулентности проснулся и сказал: «Время и стекло». Когда вы поняли, что вы станете группой? Мы это поняли еще, кстати, за 2 года до основания группы. Дело в том, что мы с Позитивом познакомились на концерте в Крыму. Я еще была тогда сольной певицей, Позитив пел в группе New School. И он ко мне подошел и говорит: «Девушка, у вас такие красивые глаза». В общем, начал ко мне приставать, и я такая: «Ой, какой мальчик». И когда я пришла к Потапу, собственно, на кастинг и увидела Позитива, я подумала, что это судьба. Потому что мы целую ночь прогуляли вместе тогда в Крыму и разъехались, и не общались 2 года. И потом вот встретились, да, уже в группе «Время и стекло». И до этого мы сделали огромный кастинг, очень масштабный кастинг. Мы посмотрели 1 000 000 артистов, которые уже даже сейчас в других группах, но пришли все-таки к тому, что Надя – та самая идеальная, самая креативная и самая лучшая певица в мире. Надя, вас называют «рыжие бестии». Если честно, мне очень подходило и подходит. Меня почти силой перекрасили, потому что до этого я была блондинкой, и я рыдала 2 месяца. Мне страшно не нравился этот рыжий цвет, но потом, собственно, я в группу-то попала, мне кажется, как раз из-за цвета волос, ну, кроме там каких-то других составляющих, потому что Потап меня увидел: «О, рыжая, такая фишка прикольная, огненная, классно, делаем все, все будет круто». И вот, собственно, мы на этой фишке и отрабатывали яркие огненные волосы, очень запоминающиеся получились.
получился такой образ. А сейчас я поняла, что нужно удивлять поклонников, хочется меняться. Наши все ребята в группах, фанаты до сих пор шокированы нашими татуировками. Я за полгода набила их 7, но маленьких. И позитив сделал 2, но огромные, да, такие. Какие у вас самые основные ваши фишки, которые знают все? Я думаю, что те, кто был на наших выступлениях, все знают, что у нас самый максимальный и лучший контакт с публикой. Мы говорим с позитивом, мы скачем как дурные, мы отдаемся на все 100%. И самая большая наша фишка, да, это драйв, который исходит от нас. От каждого концерта, на который вы попадаете, получать максимальный драйв, танцуйте, получайте удовольствие, убирайте эти зонты, грани все с себя и отрывайтесь, как группа «Время встать». Yeah. А может быть, забудем все и сбежим, у нас одна любовь и одна только жизнь. А может быть, забудем все и сбежим навсегда. Какими бы ни были городские развлечения, летом непременно тянет поближе к природе. Часто желание отправиться за город приходит спонтанно, и для подготовки пикника совсем не остается времени. Юлия Бондаренко нашла решение благодаря Corona Hall. С вами Юлия Бондаренко и рубрика «Ивент под ключ». Добро пожаловать в Corona Hall. Каждый год в ресторанной индустрии появляются новые тенденции. В 2015-м это эко-еда, вегетарианский фастфуд, авторские напитки и гастрономические улицы. Но я хочу рассказать вам о самом актуальном тренде этого лета, который в Днепропетровске представлен в Corona Hall. Corona Hall удобно расположена на пути всех, кто хочет покинуть город на выходные и провести время на природе. Поэтому умение поваров Corona Hall мариновать и готовить мясо для традиционных вечеринок у гриля или расслабленного отдыха на берегу приходится кстати. Если вы не умеете самостоятельно готовить шашлык, то вполне можете взять его с собой. Либо в Corona Hall также легко замаринуют для вас мясо или рыбу по фирменному рецепту. Мы используем лучшие виды мяса, такие как баранина, говядина, ошеек, курица. Маринады разработаны мной лично с лучшими итальянскими травами. Мы работаем только с проверенными хозяйствами, которые нам предоставляют мясо. А пока ваши гости в ожидании блюда с гриля или мангала, вы можете угостить их ароматными, свежеспеченными осетинскими пирогами, которых хватит на большую компанию. Жители левобережной части города часто сетовали на то, что им негде провести свободное время разнообразно, увлекательно и вкусно. Но так было до открытия паба Corona Hall. Corona Hall можно смело назвать ивент-пространством. Любое мероприятие, футбольный матч, день рождения или тематическая вечеринка, здесь можно прекрасно создать и замечательно прочувствовать атмосферу. Летние тенденции паба Corona Hall можно считать авторские лимонады и наливки. Наблюдать процесс приготовления напитка так же приятно, как и утолять им жажду. Этот лимонад отличается от традиционного. Здесь вкус арбуза и дыни прекрасно освежает. Тренд этого сезона, который сформировали сами гости гастрономических заведений, это селфи. Поход в ресторан – это еще один повод для публикаций в социальных сетях. Обед в ресторане уже давно перестал быть личным опытом каждого посетителя. Теперь это целое мероприятие, дающее возможность похвастаться или утвердить свою репутацию. Гости уже не спешат поскорее насладиться вкусом изысканного блюда, которое они заказали. До встречи в Corona Hall!
Медиапартнер «Оскар Тайм». Европа Плюс. Днепропетровск. Европа Плюс. Днепропетровск. 102.5 FM. Хорошее настроение – это коктейль, состоящий из многих ингредиентов. Улыбки друзей, тепло близкого человека, маленькие, но приятные сюрпризы. Пусть нынешним летом у вас будет как можно больше поводов для радости. Дышите полной грудью и ощущайте безграничную любовь. Увидимся совсем скоро!